Якутск станет хозяином чемпионата России по боксу 2018 года. Такое решение приняли по итогам заседания комиссии по организации соревнований. Оно прошло накануне в Москве. Делегаты от Якутии презентовали видеоролик, рассказывающий о транспортной логистике, гостиничных комплексах, спортивных объектах и истории бокса республики. Президент Федерации бокса Умар Кремлев интересовался количеством спортивных объектов в столице региона, местами для размещения, организацией питания делегатов, а главное, сможет ли принимающая сторона выполнить все условия проведения чемпионата. В итоге комиссия решила провести чемпионат России по боксу в 2018 году в Якутске. Ориентировочно он пройдет в конце октября. Хорошая новость, так как это же идет популяризация нашего вида спорта бокса в республике. И чемпионат России будет не просто чемпионат России, а будет отбор к чемпионату мира и к чемпионату мира, а потом уже отбор с чемпионата мира будет на Олимпийские игры. Ну, конечно же, содействие Егора Афанасьева это сделал большой толчок к проведению чемпионата России. Я не могу сказать, чтобы что кто-то будет определенно конкретным конкурентом. Но я думаю, будет конкуренция высокая, и тем более боксировать в родных стенах все равно ответственно.